А я вчера взяла и уже первую дыньку съела. Я увидела, что вечером так странно, то ли из-за большой температуры, они прям резко начали желтеть. Вот это вот, оно вообще уже практически вот все. Но еще подожду, хочу, чтобы полностью соспела. Вот эта вот большая дынька. Самая большая дынька, наверное, это вот эта. Тоже спеет. Эти маленькие будут, конечно, уже не вырастут. Но я про что? Я про то, что я увидела дыньку и вижу, она желтая уже. Вот прям желтая, резко за день. Утром была еще не желтая, а тут вообще желтая. И увидела, что там в одном месте она как будто вот стала портиться. То есть как будто ее кто-то ударил. То ли она отлежала бочок свой, вот на этом месте стала портиться. И поэтому резко пожелтела. А пахла уже дынька. Очень такой вкусный запах дыни шел от нее. Но я решила ее попробовать. Думаю, ну что ж, попробую. Оказалось, что сладкая. Кожица тоненькая. Запах именно дыни. Вкусная, сладкая. То есть даже несмотря на то, что она совсем вот полноценно, 100% еще не вызрела. Она была вот, ну, как-то вот такого цвета. Но она была сладкая. То есть, да, обычная дынька, которые продаются в магазинах, сладкие, вкусные дыньки. Да, они небольшие, но это, в общем-то, надо экспериментировать. Это мой первый опыт. Вот сейчас начало августа, дыни вот начали созревать. Ну, такая, конечно, у меня уже не вызреет. Но будет желтенькая, съедим. Но, в принципе, тут 8 дынь растений. Если посчитать, вот такие вот средние дыньки. Они обычные средние, как продаются. В общем, даже вот такие-то маленькие продаются с кулачок. Но, а это вот вообще уже хорошее. То вот сколько их у меня получилось. Ну, десяток есть. Две там еще лежат. Я их оборвала случайно. Может, поспеют еще. Так что первую дыньку я попробовала. Все нормально. Тут кабачки я замульчировала опилками. С этой грядочки я пересаживала кабачки. Их вот тут было очень много. Весной не сделала этого. И начали они у меня болеть. Вот два нормальных. Остальные были больные, никакие. Я их пересадила. А сейчас сегодня обещают дожди, грозы, молнии, смена погоды. Лук у меня подсох. Подсох уже. Ну, как подсох? Вяленый такой. Я имею в виду, подсыхал в течение вчерашнего дня на грядке. А так как дожди обещают, надо убрать. Убираю я их вот сюда. Вот такие у нас носилки сделаны. Очень удобно выносить на солнышко, просушивать в солнечные дни и заносить обратно куда-то в помещение. Поэтому сейчас я буду брать вот так вот за хвосты и складывать на носилки. Как только начнется дождь, я их потом с носилок уберу. Вот чем я сейчас и буду заниматься. А дыньки поспевают. Так что, кто не сажал, я вот первый раз дынями вообще ни разу не занималась. Никогда. Вот начало августа дыни поспели. Напомню, что я посадила их на грядку рассадой. Сразу под пленку. Пленка очень толстую взяла. То есть реально толстая пленка. Под дуги сразу же закрыла и не открывала. Только верхушки открывала. То есть не открывала пленку вообще. Ни в жару, ни в холод, ни в дождь, ни в пекло. Только торцы открывала. И раз в неделю я по выходным их поливала. Ну, может, почаще иногда поливала. Когда, короче, было желание, тогда и поливала. Но редко поливала, честно скажу. И подкармливала. Подкармливала я их периодически моноколийным фосфатом. Изолой до этого подкармливала зольным раствором. Сначала зольным раствором, потом моноколийным фосфатом. Он быстрее усваивается. Зольный раствор, мне кажется, так сильно быстро не усваивается. Ну и главное, я сразу замульчировала очень большим слоем мульчи. То есть не докопаться вон там. Вот, земля у меня где-то там. Замульчировала. Ну и все. Все, что я сделала. А, ну над пятым листом я защепила, оборвала.
А потом вот единственное, что моя ошибка была, я, ну, некогда мне было, я не формировала, то есть я не убирала пасынки, я не убирала, не формировала кусты. И сделала это буквально, ну, на прошлой неделе, что ли, не помню, на прошлой неделе, по-моему. Вот до такого состояния все обрезала. Тут были заросли. Я решила, ну что, заросли-то, они у меня не поспеют, так дыни-то, будем заросли эти растить. И вот так вот я все обрезала, и вот начали поспевать. Начали поспевать, когда зелень всю эту обрезали. Все нормально. Так что, кто хочет попробовать, можете вот так, таким образом. То есть без хлопот. Да не без хлопот, я бы так сказала. У меня помидоры с огурцами больше занимали времени, чем вот эти дыни. Ну, по большому счету, я говорю, 8 растений у меня. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 2 еще. 15, 16, 17. 17 дынек. Ну, даже вот с маленькими, вот с этими мелкими. 17 дынек с 8 растений. Ну, по большому счету, по 2 дынки на растение. Ну, нормально, что. Больше сюда не надо. 8 вполне достаточно, они друг другу тут не мешали. На такую маленькую грядочку. Вот. Арбуз у меня тоже есть. И дыни есть в парнике. Но там что-то как-то вот не задалось у меня. Не знаю. Не получилось пока ничего толком с дынями. Возможно, они потом вызреют. Потому что я их посадила очень в большом количестве. Очень в большом. И это была, наверное, ошибка. 18 дынь на такое пространство — это перебор. Тут тоже надо было 10 посадить, и все. Это все жадность. И арбузов 7 штук посадила. Но арбуз у меня только один хороший. Все остальные еще маленькие, не знаю, будут ли. А вот этот вот сибирский гигант, я надеюсь, он у меня вызреет. Эти, возможно, тоже вызреют, но пока они еще небольшие. Потому что вот есть у меня там арбузики. Тут тоже надо было формировать, я этого не делала. Некогда было. И, ну, загустила все это дело. Вчера вот начала, и две дыни обрезала случайно, потому что когда такие заросли, ну, я их положила, может быть, они еще поспеют. А вот два растения вообще отсюда вырвала, потому что две дыни обрезала уже, как бы они болтались ни к чему. А на одном вообще ничего не было, оно просто было без дынь, а вот было. Остальные решила не трогать, иначе я все остальные случайным образом руки-крюки обкорнаю. И тоже начали поспевать. Вот смотрю, желтые. Но здесь такого количества дынь, как там, нет. И они еще не такие большие. То есть высаживала все в одно время. А в итоге... Хотя, может быть, вру. Там, может быть, раньше высадила. Этот парник еще был не готов. Возможно, вру. Вот такая дынька странная, да? Тут два сорта. Ранняя сладкая. Я думаю, что это вот это. И лакомка медовая. Я думаю, что это вон та, которую я показала. Та у меня вообще одна только. А возможно, вот эта лакомка медовая, я не знаю. Тут вот, в общем-то, написано, что вот эта лакомка медовая. Значит, это вот это все лакомки медовые, а вот та ранняя. Значит, у меня ранние не пошли, а вот эти вот наоборот пошли. Я, конечно, семена возьму, буду из них уже самую лучшую выберу. И возьму дозревшую от нее семена. Ну, вот так вот. Так что, в общем-то, вызреть дыням в Калужской области у нас на грядке под хорошей пленкой не составило никакого труда. Кто же знал-то? Так бы уже давно сажала. Ну, вот все, что я хотела сказать. Пока. Всем пока.